Пытание изменений и дополнений проекта Конституции Беларуси у центры уваги. Диалоговая пляцовка прошла на базе Гомельского державного технического университета имя Сухуга. С выкладчиками и студентами встретилась депутат Палаты представников Национального Сходу Ирина Даугала. Удельники встречи выслушали тлумачение по изменах в уголовном законе. Смогли отримать отказы на самые острые пытания, серед яких оборона особистой информации и социальная отказность у медицине, захование исторической памяти и геноцид белорусского народа. Так само цікавили присутных створение политических партий и удосконаление выборчей системы. Еще один очень важный момент, и было вот очень интересно дискутировать с людьми, это вопрос, который касается срока полномочий парламентариев и местных советов депутатов, о том, что это предлагают привести в одну линейку. Срок полномочий президента 5 лет, Всебелорусскому народному собранию 5 лет, соответственно, парламент и местные советы тоже 5 лет. Усе конструктивные пропановы по проекте Конституции будут накированы у Национальный центр правовой информации.